19 января около 2 часов 40 минут на 490 километре трассы М10 в Новгородском произошло ДТП. По предварительным данным, 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя транспортным средством КАМАЗ с полуприцепом, ехал со стороны Санкт-Петербурга в сторону Москвы и заснул за рулем. Грузовик врезался в дорожный знак, а потом в отбойник. В результате ДТП пострадавших нет, кондитерские изделия, которые перевозила фура, оказались разбросанными по дороге. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.